Привет! Сегодня я распаковываю Hollow Knight для Nintendo Switch, коллекционное издание. Такая посылка мне пришла. Очень интересно, что же там внутри. Надеюсь, то, что я ожидаю увидеть. Упаковка ненужная. Теперь сама коробочка. Коробочка не тяжелая. Наверное, весит на грамм 400. Не знаю. Аккуратненькие надрезы. Максимально нежные. Что же здесь? Что же здесь? Так, две коробочки. Картонка пока. Так, коробочка больше и книжка. Начнем, пожалуй, с книжки. Так. Лучше ножничками. Ультра аккуратно. Ну что я могу сказать про книжку? На ощупь она снаружи приятная. Тут арты. Локации из игры. Хантер, который дает задание. Больше артов из игры. Так. Противники. Очень красиво. Выглядит качественно. Что тут сказать бы? Книжка великолепная. Даже местами странички пронумерованы. Текст. Даже есть интересный текст, которого не было в игре, по-моему. Так. Что ж, посмотрим дальше. Дальше коробочка потолще. Коробочка потолще с пластиковой такой штукой. А, пластиковую штуку надо снять. Я понял. Так, это, видимо, бесполезный предмет. Да, он идет туда. Так, берется. Открывается. Так, ленточки, чтобы доставать штуку. Так, что это? Это металлический предмет. Пластмасса это или металл? Ну что, металл. Прохладный. Не понимаю, зачем она. Так, а эта штука? Это штука с персонажем. С главным героем игры.
Hollow Knight из Copyright Team Cherry 2019. Hollow Knight. А. Здесь есть Made in China. Надпись. И какие-то штуки. Так, а что с этим делать? Может, они должны как-то вот так вот подвешиваться? Или так? О, наверное, так. Не понимаю. Здесь есть подвешивалка. Вот. Второй элемент довольно хорошо зацепляется за нее. С другой стороны, а, может быть, вот так? Да, скорее всего, вот так. Допустим, я... Что я могу с этим сделать? Но... Не понимаю все равно. Но предметы интересные. Есть комбинации. Можно повесить. Да, довольно много комбинаций, как эти предметы соединить можно. Возможных. Много комбинаций. Может быть, есть инструкция? Нет, инструкции, похоже, нет. Ладно, пока продвинемся дальше. Что здесь есть? Это же Хорнет, которая будет главным героем следующей игры. Так, ленточка не нужна, я думаю, не нужна. А, это просто куски картона с изображениями, но красивые. Их можно использовать как закладки или как штуки, которые где-то находятся и радуют глаз. В целом... Я могу сказать, что я рад, что они есть. То есть я не очень понимаю, зачем они точно, но закладки, наверное, это хорошие закладки. Он не плотный. Так. Брошюрка. Брошюрка с комиксом. The bugs are hungry. Вот так вот. Так, ну, комикс на... Вот с Хорнетом на 10 страничек. Два, три, четыре. Четыре — это центр. А значит, раз центр и скобка, значит, слева столько же. Можно только один раз посчитать. Раз, два... 3-4. То есть 4 листа. 8 страничек. На 2 16, минус 2 14. 14 страничек, 8 листов. Так. Далее. Иду далее. Встречаю Виталия. Виталия, жена Света. Это не нужно, я подозреваю. Так. Это само оно. Оставим на потом. Что есть еще? Пластик. И на донышке коробка остается пустой. Коробка красивая, плотная. Но с отверстием. Не совсем универсальная. Если бы отверстия не было, коробка была бы... Великолепно сама по себе. Так надо учитывать, что коробка с отверстием из пластика. Так. Это платочек какой-то. Тряпочка. Это тряпочка. Это тряпочка. Тряпочка. Я очень рад тому, что это тряпочка, потому что она
заменит мою тряпочку для очков. Попробую. Мой отчешник. Сейчас в нем черная тряпочка с буквами Ральф Лоури. Но теперь у меня есть другая тряпочка. И на ощупь она годится. Не такая нежная, как вот эта тряпочка, но, я думаю, более чем достаточно. И, конечно, то, что она вот белая с другой стороны, то, что это с обеих сторон черная. И с обеих сторон приятная на ощупь. А вот эта, она красивая и приятная на ощупь с этой стороны. А с этой, я бы сказал, не столь. Ну, попробую. Так, а Ральф получается. Хотя... Нет, синяя на черном, как-то это неправильно. Все-таки так оно смотрелось красивше. Ну, покашляем этот вопрос чуть позже. Так, таким образом, все предметы извлечены. Что у нас есть, что мы имеем? Имеем 4 открытки. Точнее, не совсем открытки, такие картоны с красивыми изображениями. Красиво, лайк. Комикс. Комикс на 14 страничек. Совсем понятно, зачем он, но спасибо за счастливое детство. Тряпочка, которая с одной стороны делает вид, что она красивая, а с другой не совсем. Что стесняется. Так. Книжка. Книжка топчик. От книжки, я бы сказал, несет качество. Просто довольно толстая обложка. Страница приятная на ощупь. Контент, я уверен, не разочарует. Уже не разочаровал. Много знакомых персонажей. Книжка лайк. Так, непонятная штука. Непонятная штука, все еще непонятная. Какой стороной я должен ее цеплять? Главное, зачем? Пока что не очевидно для меня. Но я думаю, что интернет поможет понять, что делать с этим предметом. И в целом выглядит он прикольно. Здесь есть такая пластмасска, я думаю. И под ней персонаж налеплен на всадник. Все это из металла. Все не из пластика. Все-таки. Не похоже на пластик. Так, брошка. Брошка, ладно. Так, и вот мы доехали до... А, есть еще коробка. Спасибо за коробку. И есть сама игра. Коробка с игрой. Открываем. Что мы видим? Descent into the Dark. Yes, sir.
Так, флаер. Официальный мерч. Что нам предлагают? Плюшевых ребят. Wanderers Journal. А, так постойте, Wanderers Journal. Это же, похоже, и есть то, что у меня. Да, здесь написано Wanderers Journal. Так, уже есть. Enamel pins. Pure vessel shirt. Кстати, футболка, по-моему, неплохая. Так. Ага, использую промокод, чтобы получить 15% на все Hollow Knight продукты. Есть кофта, еще одна футболка, еще одна футболка. В общем, промокод. Постойте, так он же попал уже в видео. Ну, пользуйтесь промокодом на здоровье. Так, что дальше? Не знаю, как он работает, может его отнимут, но не страшно. О, карта. Карта Hollow Nest. Настоящая карта. Crystal Peak. Моя нелюбимая локация Crystal Peak. Наверное, Ancient Basin, потому что когда я там был, уже неохота было играть. Я досмотрел, что оказывается первая концовка, когда убиваешь рыцаря вот здесь. Оказывается, это не true концовка, а true концовка, когда убиваешь Radiance. Пришлось уже через не хочу. Так, карта. Да, есть еще третья более true концовка, но опустим это. Карта. Ну, спасибо. Не знаю, по-моему, предмет. Давайте подумаем, если его куда-то повесить. Если его куда-то вешать, то эта карта слишком маленькая для плаката. Все-таки маленькие буквы, надо приглядываться. Если бы она была, я не знаю, даже не в 4 раза больше, еще больше, тогда это был бы отличный плакат без сгибов. А так, со сгибами, в маленьком размере. Ну, троечка, я бы сказал, карта. Так, контент пакс. Что это такое? Так, инструкция, мануал. Так, введение, как играть. Менюшки, движение. Так, движение, менюшки. Так, такой эдакий туториал во плоти. Друзья. Бедный Зота, который не смог. Хорнет. Ждем, ждем игру с Хорнет в главной роли. В следующем году, надеюсь. Так, локации. Объекты интереса. Контент пакс. Да. Game credits. Самое интересное. Давайте посмотрим. Так, character voices, vocals, localization lead. Additional coding tools, 2 человека. System and tools programming, 1 человек. Technical director, тот же, кто и System and tools programming. Дядя Дэвид. Game testers, с десяток. Не понимаю, так. Ну так вот, 3 человека с программированием, правильно я понимаю? Сила Unity. Похоже, что правильно понимаю. Environment dressing. Где артисты? Не понимаю. Нет, как-то не складывается пока что все-таки. Вижу. Так, testers, testing lead, testers max, special thanks, extra special thanks, fun gamer staff. А что же здесь мы видим?
Озвучка. Так, еще два человека просто указаны сверху. Sound and score. Не вижу, где армия художников, которые все это отрисовали. Ну, что ж, ладно. Так, и вот мы видим, осталось лишь достать картридж. На этом коробочка заканчивается. Hollow Knight. Descent into the Dark. Очень красиво. Так. Что мы видим из интересного на задней части? Basic reading ability is needed to fully enjoy this game. То есть предупреждение о том, что если вы не умеете читать, то вы не полностью насладитесь. Но, что иронично, эта информация подана текстом. То есть его тоже надо прочитать. Так, read the Nintendo Switch health and safety information. Так. Надо будет обновиться, все дела. Все права, все такое. Fantasy Violence, Mild Blood, 10+. Everyone 10+. Ну, хочу сказать, что я согласен, что это 10+, и даже может быть 9+. Игра великолепная. Боевка мне очень нравится. Нету выдавливания глаз, насилия какого-то такого. Насилие доброе, как в старых играх. То есть ребята взрываются, исчезают. Боссы требуют нескольких попыток. То есть не все дается на блюдечке. Взял консоль. Смотрим. Так, воспользуюсь тряпочкой, чтобы протереть экран. С переменным успехом. Я бы сказал. Суперход. Так, картридж не стоит. Смотрим, что же произойдет. Что-нибудь произошло? Да, Hollow Knight. Вставай, дружок. Что ж, господа, в этот раз мы разыграем среди подписчиков моего канала вот эти вот 4 восхитительных куска картона. Оставь комментарий с текстом «Хочу картон» под видеозаписью до конца 2019 года, и ты примешь участие в розыгрыше. В розыгрыше, да, друзья? Получишь шанс стать обладателем одной из этих открыток. Ставьте лайки, подписывайтесь.